Всем привет! Сегодня запишем карт 98, или проще коряк, снайперская винтовка, 5 патронов, доходная версия, других у меня нету. Перки — это скорость передвижения, дальность броска, ловкость. Стройки проверили. И погнали. Сразу на подрыв. О, у чела Барретт, Киберпанк Делюкс. Миссия успешна. Начало миссии. О, тут два чувака с барретами. Ах ты ж. Я что-то прям упустил момент, что мы семерку отдали. Чё он бомбу-то не ставит? Надеюсь, к выходу этого видео я уже соберу тоже всю коллекцию Киберпанк. Миссия успешна. Начало миссии. Нифига себе, оперсик. Чё с каналом, где видосы? На сервисе, походу. Бомба была установлена. Миссия успешна. Начало миссии. Я
Бомба была установлена. Миссия успешна. Начало миссии. Оп, картиники. Была установлена. Двойное убийство. Победила красная команда. Погнали дальше. ДЦ за синих. Оп. Секундочку. Их можно. Клан ЧСС здесь. Чужой среди своих. Еще за родину вон. Грек 07. Нет. Правильно, Греку 7. Звук ножа сейчас был. Точно. Миссия провалена. Начало миссии. Подо мной, что ли? Все, убили его. На банане снайпер. Что такое, не попал? Была установлена. Миссия провалена. Надо длину встречать.
Миссия успешна. Начало миссии. Бомба была установлена. Миссия провалена. Начало миссии. А чё он не сдох-то? Прямо под ногами граната была. Один с дома за спиной. Он его не слышит. А, Грика, это кому за 30? Миссия провалена. А я что-то подумал, что это за родину, да? Бомба была установлена. Миссия провалена. Начало миссии. Ладно, пойду на альфа, чё толку.
Бомба была. Миссия провалена. Начало миссии. Ты спаун в доме вообще ни туда и ни сюда. Бомба была установлена. На длину ушел. Двойное убийство. А это чем занимается? Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Изи раунд. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии.
установлена. Не получилось. Начало миссии. Ну, в такой игре 20-ку настрелять — это неплохо, я скажу. Выиграть шансов почти не было. Потому что ДЦ за синих по эндбанке выигрывается только командной игрой. За красных ты еще можешь на своем личном скилле против всей команды тащить, всю свою команду вверх тянуть. А за синих, если командных действий нет, то здесь никак не выиграешь. Ну, при условии, конечно, нормальных противников, как вот сейчас, к примеру. Такая рыбочка. Длинная ржавчина. Станция метро. 31.70. 3 минуты до конца. О, снайперский.
Не ваншот. Хотя что тут толку с этой аптечки? Ну все, уже победили. Я что-то заигрался, даже не заметил. Чувак поставил точку бронебойным выстрелом. Видите, счет 141 при игре до 140. Когда было 139, вот сейчас он бронебой сделал. Довольно-таки примечательный момент. Чем у нас тут в плане занимаются? По пабликам сидят. Давайте сейчас еще одну игрушку на паблике. А потом, наверное, подрублю стрим и пойду КВ. Это у меня сейчас щелкнул ВК. Сорян, забыл браузер закрыть перед записью.
Миссия провалена. Начало миссии. Может, тупо пуш? Вообще в наглую. Нормально, по трени прошелся. Как вам прогулка по паблику на ноже на общем режиме? Или на подрыве? Хотя нет, конечно, этого не будет. Это может прокатить один раунд, в лучшем случае два. А потом уже будут ждать этого от тебя. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Дел упала. Двойное убийство. Плента. Бомба упала. Двойное убийство. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Начало миссии. Что там на Дэл происходит? Это я зря так. Но обоих резанул, никого не сваншотил. Что-то моей команде понравилось ножами. Миссия успешна. Начало миссии. Попадание в голову. Миссия успешна. Начало миссии. Бомба
Вот что-то АЕ-66 мышкой двигать совсем не хочет. Миссия успешна. Начало миссии. Последний. Можно было и ножиком. Миссия успешна. Начало миссии. Ну, уже не успею. Начало миссии. Победила синяя команда. Ну что ж, довольно весело побегали. Снайперки. Я, как всегда, люблю с ними особый кайф играть. Ну и всем спасибо, кто посмотрел. И всем пока.